В начале недели мемориальный комплекс «Алла» посетили педагоги Светлогорского района. Инициатором поездки стала районная организация Белорусского профессионального союза работников образования и науки. Участники экскурсии прошли по всему мемориальному комплексу. Окунуться в события января 1944 года, когда деревня Алла и около 2000 мирных жителей были заживо сожжены фашистами, помог эмоциональный трогательный рассказ экскурсовода, научного сотрудника филиала музея в агрогородке Чирковичи Натальи Гавриленко. И именно здесь начинаешь понимать настоящие ценности жизни. Вот как только-только появляются какие-то мысли о неурядицах в жизни, нужно вспоминать и приходить вот сюда. И если мы хотим каких-то перемен, что-то, это нужно собираться, мирно решать. Всегда какие-то вопросы решаются в диалоге, но в своей стране, со своими людьми и по своим вопросам, которые у них возникают. Посещение мемориального комплекса произвело большое впечатление на педагогов. Молодые педагоги в своих рассуждениях солидарны со старшими коллегами. На мой взгляд, молодежь именно играет самую главную роль в обществе. То, что и в зависимости от того, как мы ее воспитаем, в зависимости от того, какие знания предоставляем, такое у нас и будет будущее в стране. Педагоги Светлогорского района возложили цветы и венки к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.